феврале в нашем городе пройдет настоящий бенефис Натальи Корневой. Почти сразу открываются 5 выставок художника. Первая из них открылась в здании администрации. Прошлое Сергио Посада предстает в романтическом виде, но при создании картин Наталья придерживалась исторической достоверности. В государственном учреждении, где рабочий процесс строг и связан с сухими данными и документами, искусство становится необходимой отдушиной, островком прекрасного. Очень хорошо посмотреть, отвлечься, настроиться, что работа тоже творческая. Меняется настроение. Смотрим на свой город. Вот мне лично нравится. Как понимать настроение, нам смотришь на красивые картины, как-то вдохновляешься. Все равно это положительные эмоции, красота, тем более с видом на наш город, красиво. В творчестве Натальи Корневой выделяются несколько ярких периодов, поэтому каждая из открывающихся выставок будет по-своему интересна зрителю. Ближайшая открывается 15 февраля в 15:00 в галерее «Артбаза». Приходите, и вам предоставится возможность не только насладиться волшебным миром образов и фантазий, но и пообщаться с автором.